Уважаемые товарищи, до начала Всебелорусского народного собрания остается неделя. Как мы с вами и договаривались в прошлый раз, мы накануне соберемся и еще раз детально обсудим те проблемы, организационные проблемы, которые нужно обсудить, чтобы обеспечить эффективную работу Всебелорусского народного собрания. Финишная прямая, оргкомитет был создан, как мне докладывают, постоянно собирались, работали, выработали основные документы, они мне доложены, но есть ряд вопросов, которые касаются постоянного президиума, заместителей председателя. Надо было бы посоветоваться, каким образом мы будем предлагать Белорусскому народному собранию формировать их. Словом, обеспечить нормальный управляемый рабочий процесс ВНС, начиная от оформления города без всякого перебора, чтобы мы не тратили лишние деньги на пустоту, до зала заседания. Со многими я переговорил, кто непосредственно этим занимается. Сегодня хотел бы в этом кругу услышать ваши предложения и вопросы, особенно по тем направлениям, по которым мы в прошлый раз не выработали принципиальное решение. Еще раз хочу попросить, чтобы было внимательнейшее отношение к делегатам ВНС, начиная от обеспечения их питания и проживания и заканчивая обеспечением необходимых материалов для работы.